Интересуешься спортом и готов предугадывать результаты? Ты уверен, что знаешь, как завершится тот или иной футбольный или хоккейный матч? Можно заключить пари с другом или коллегой. Но можно просто пойти туда, где ставки на спорт – это главное. Букмекерская контора Baltimore X Challenge. По-моему, Твистер выигрывает по размерам. На. А? Ты что скажешь? Ты умный, блин. Соус вкусный. Может, ты бы просто соус съел? Так может, ты бы просто соус съел? Так, погоди. Я, блядь, что-то криминально, блядь, делаю. Я, блядь, ем нахуй. Сука, как же ты ешь-то, блядь? Вот они обменялись десертами, а? Пахнет маском. Секунду. Секунду? Сколько это стоило? 159 рублей. А? 160. Знаете, 153. Это лучше, нахуй. Смотрите, здесь вкуснее лаваш. Покажите, и... покажите упаковочки, чтобы люди понимали, что такое. Это в этом, да, вкуснее лаваш. Это значит, вот это вот твистер сальса, вот это Caesar Roll из Макдональдса. Так вот, вот в этом вкуснее лаваш и, наверное, что там еще? Ну, вкусные там овощи вкусные, наверное. А здесь очень вкусно соус и, в принципе, сочетание очень неплохое. Вот это самое, это лучше. Да, если честно, вот из этих двух я бы выбрал. Я сейчас можно слушать свои аргументы? Говори. Я один раз ел Caesar Roll в Бургер Кинге, мне положили кучу сыра. Так, еще не надо, еще не дошло дело до... Да, блядь, сделал одно и то же. Они одни и те же производители. Положили мне кучу сыра, я остался недоволен. А мой друг Никита, который сейчас работает... Не-не. Не трогай! Не трогай! Майне! Эй! Эй! Сукины дети! Он вкусный! Сделал первый вкус, мне очень понравился соус. Очень котлет такой вкусный, прям, знаете, с дымком чувствуется вот это ощущение. Смотрите. Как он ест ему нравится, он наслаждается этой пищей.
что скажешь? Давай, пару слов. Я не могу оторваться. Все, включайте. Он еще снимает меня.